Доброго всем! Сегодня у нас видео о ремонте просаженных колодцев ГБЦ Toyota Versa. Начнем все по порядку. Приехала эта головка от нашего постоянного клиента из столицы. Скрываем упаковку, и первое, что мы видим, это вновь торчащая срезанная форсунка. Судя по всему, выдернуть ее из головки не смогли. Как всегда, последним доводом в этой борьбе остается болгарка. Собственно, ею и воспользовались. Однако на этом мотористы или кто там ее снимал не успокоились. Решили все же одолеть остатки. Как я понимаю, к этим остаткам они что-то приварили и пытались выдернуть. Видно, что немного сдвинуть форсунку удалось, и она пошла. Переворачиваю и вижу, что и с этой стороны, скорее всего, помогали. А зря. По какой-то причине форсунка стала колом, и больше ничего сделать они не смогли. Хотя пытались с этой стороны бить по носику, но этот вариант заведомо проигрышный. А выбить с привалочной стороны нереально. Только вот испортили отверстие и набили на нем круговые насечки. Ну а для нас вырезать на станке такое попадалово не ново. Справимся. Смотрим дальше. Проверну головку вверх впускными коллекторами. О боже! Да, в коллекторах каналы заросли чуть ли не полностью. Чистки предстоит много, и с учетом того, что этот дизель отодрает такую уделанную головку, даже с химией в моечной машине, да с механической обработкой, дело очень даже нелегкое. Для начала собью основную большую грязь в мойке и разберу головку. В разборке нет никаких нюансов, все достаточно стандартно. Пронумерую клапаны. Измеряю вылет ножки торца клапана. На впуске он составил практически на каждом клапане 25,5 мм. На выпуске 25,8. Позднее гляну и сравню эти показатели в нашей электронной базе. А раз сухарю головку, сперва ослабляю сухарики, пройдясь по тарелкам специальным магнитным рассухаривателем. Слегка обстучав ножки клапанов, принимаюсь рассухаривать при помощи нашего незаменимого друга, струбцинного рассухаривателя и магнита. Стандартно сравню впускные и выпускные пружины по диаметру, высоте и количеству витков. Здесь стоят и на впуске, и на выпуске одинаковые пружины. Скидывая все это в поддон. А дальше, как всегда, предварительно на тактильных ощущениях оценю износ втрубах. Очень часто для определения износа втулок нутромеры не нужен. Настолько это бывает очевидно. В иных случаях обязательно проконтролируют допуски по износу. В данном случае, скорее всего, все будет в норме. Однако удостоверюсь, но только после очистки и мойки головки от масла и другой грязи. Тогда замер будет корректным. Также сбрасываю в поддон клапаны. Их я потом продефектую по износу. И если все нормально, они пойдут на очистку и восстановление фаски тарелки клапана. Загляну с этой стороны в коллектор. Картинка все та же. Теперь сниму сальники клапанов. Они оказались еще не пластмассовыми, но уже достаточно жесткими. Пробег, скорее всего, у этой ГБЦ продолжительный. Не забываем, что зачастую бывает у многих, кто редко занимается ремонтом головок, снять подпружинные шайбы. Иногда мастер смотрит, а шайбу и не видно, да и магнитом не берется. Настолько сидит тонкая шайба на масле, что снять ее порой очень даже проблематично. Решает, что ее нет, и затем при работе с головкой шайбы выпадают и их благополучно теряют. Зачастую такие мастера, когда обнаружат сей факт, поищут и просто не заморачиваясь, ставят пружины без них.
Нам периодически, ну, такие головки попадаются, где нет нескольких шайб. К слову, проверить наличие шайбы очень просто. Взять острый предмет и поцарапать в месте, где стоит пружина. Если следы не остаются, значит есть металл. Алюминий же хорошо царапается, значит шайбы нет. И есть такие головки, где их конструктивно не ставят. А извлечь шайбы можно достаточно просто при помощи воздуха. Ставишь магнит, дуешь воздух, и все, шайба на магните. Отдал головку в опрессовку, и опрессовка показала, что герметичность рубашки охлаждения не нарушена. Можно приступать к последующему этапу удалению остатков форсунок. Делает это Виталий, расточник координатно-расточного станка. Слово говоря, как он выражается, победит все победит, хотя в этом случае победил очень в трудном бою. А высверлить остатки оказалось проблематично. Во-первых, сварка подкалила форсунку, да и сама форсунка в глубине оказалась очень уж твердой. Говорят, сейчас современные форсунки идут с конкретной такой закалкой. Кто знает, черкните, так ли это. После долгих продолжительных мучений Виталий удалил такие остатки. Это вот то, что осталось от форсунки. Глянул на дно колодцев и увидел всякие прогары. Они, как видно, достаточно существенны. В двух других нет. Уже не раз сталкивались с подобным и решили проконтролировать глубину колодца. Вот что у нас получилось. В двух цилиндрах глубина составила 114,3 мм, а в двух других 114,6 и 115,3. В последнем аж на 1 мм колодец оказался глубже. Скорее всего, дно этого колодца уже равняли. Сделали касание в первом крайнем цилиндре, визуально видно, что есть перекос плоскости. На видео левый сегмент светлый, а правый темный. Там еще не коснулся резец. Что самое интересное, это самый был глубокий колодец, ниже на 1 мм остальных. Делаем еще одно касание и видим, что скрывается рядом какая-то раковина, и она вполне глубокая. Резанем еще немного, и вновь что-то непонятно. Но нам обязательно нужно сделать замкнутое кольцо, чтобы в этом месте не было просечки и дальнейшего прожига. Справились с этим цилиндром, переходим в соседний. Здесь получилось уменьшить прогары практически до идеала. В остальных цилиндрах вновь стали открываться в разных местах блуждающие раковины. С горем пополам остановились на более приемлемом результате. Ведь резать у нас нет места для разгона. Толщина стенки здесь невелика. После правки всех колодцев делаем промер того, что у нас получилось. Результат в четвертом цилиндре глубину пришлось увеличить чуть ли не более 0,5 мм, 0,6 мм. Во втором на 1 мм. В третьем на почти 2 мм. И в четвертом аж на 2,3 мм колодец стал глубже. Нужно обязательно исправить эту ситуацию. Уже не раз мы выполняли подобную работу, поэтому будем ставить в колодцы проставочные шайбы. Сделаем их на общую одинаковую глубину и выведем их на размер 114 мм. Для этого Виталий делает промеры колодцев по диаметру, добавляет допуск на натяг, а также путем простых математических вычислений, а конкретно разница между полученной глубиной и требуемым размером, определяет толщину шайбы. Записывает нужные нам размеры на лист заявки токарю, делает эскиз оправки для запрессовки и отдает это все токарю и тоже Виталию в работу. По итогу токарь из алюминия делает шайбы. А вот они родные, но как видим у них из-за мягкости и вязкости получилась довольно-таки грубая поверхность. Но это не беда. Не прилагая чрезмерных усилий, можно даже сказать нежно, Виталий шлифует на наждачке так называемой нулевки поверхность каждой шайбы. Говорю Виталию заслуженное спасибо, и теперь мне остается только поставить по своим местам эти шайбы. При помощи пинцета беру соответствующую данному колодцу шайбу и опускаю в него. Шайбу центрирую на нижнем диаметре, в котором с натягом буду запрессовывать ее. А вот увеличение это видно. Шайба четко лежит на своем месте, четко по центру. Беру в руки оправку, вставляю в колодец и вставляю аккуратно, чтобы не сбить с места шайбу. Нахожу центр
и затем уже уверенными движениями ставлю шайбу на свое место. Аналогичным образом поступаю и с остальными шайбами. Вот так вот все у меня и получилось. Обязательно проконтролирую полученный результат, перестрахуюсь и опрессую головку после всех выполненных работ. Понятное дело, что это перестраховка, однако за 22 года в работе по восстановлению головок мы нарывались и порой не единожды на всякие нюансы, поэтому данная процедура не повредит. И, к слову говоря, она не занимает много времени и средств. Естественно, что выполнил всю остальную требуемую работу по головке. А ее много, и она стандартна. Обязательно сделаю контрольный промер глубин. Конечно, сделаю это сразу после запрессовки шайб, однако забыл данный факт зафиксировать на видео и для вас же промерю уже на собранной головке. Размер колодцев оказался от 114 в нулях и на 2 плюс 10. Но это абсолютно не критично, как вы понимаете. А на этом все. Пишите комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить. И без аварийных вам поездок.